Я хочу сердечно поздравить всех сотрудников национальной телерадиокомпании «Чувашия» с днем рождения. 2 года – это, конечно, короткий срок, но за это короткое время они доказали свою нужность. Они доказали, что являются настоящими профессионалами своего дела, и, я считаю, внесли достаточно весомый вклад в сохранение, приумножение национальной культуры Чувашии, традиций и обычаев. Поэтому хочу пожелать своим коллегам крепкого здоровья, бодрости духа, реализации всех намеченных планов, творческих дерзаний. Вперед, национальная телерадиокомпания «Чувашия». С днем рождения!